Друзья, всем доброе утро! Сегодня мы вам расскажем, как наша семья борется с вирусом. Сейчас у нас наши Анжелы что-то похожее на ангину, ну какой-то вирус ОРВИ. Поэтому мы подготовим напиток, который она будет пить через каждых 3 часа. Мы берем малину, видите, прям со снегом. Малина у нас вот такими вот веточками, мы их порежем. Калина у нас гроздьями и смородина тоже веточками. Сейчас мы это все подготовим, зальем кипятком и прокипятим 5-10 минут. Малину режем кусочками. Смородина. О, она чуть так. И красавица калина. Она от кашля, от вообще раньше считали наши бабушки, дедушки, что від усих недуг. Моем. И заливаем сейчас кипятком. Такой получается напиток калина-малина. Вот, и пьем обязательно его в прикуску. Прикуску пьем с медом. Через вот этот напиток наша Анжела будет принимать через каждый час. По полстакана. Вот, ну, мы заметили, что это прекрасное средство от простуды. Всем не болейте. Здоровья!